Здравствуйте. Меня зовут Намик, я специалист по IT и преподаватель из Азербайджана, Баку. На одном из участков своей работы я должен был настраивать сетевое оборудование компании Cisco. Общее представление о настройке этого оборудования у меня были, но были моменты, которые я недопонимал. У меня было два выбора. Первый – это обратиться к более опытным коллегам и попросить у них помощи. Второе – это подтянуть свои знания. Время позволяло, и я начал искать материалы. Поиск привели меня к курсу «Сетевой инженер», разработанный Академией ITDMS. Первый же модуль курса дал мне информацию, которая позволила мне изменить мои конспекты по IP вот для моей преподавательской деятельности. Далее материалы, которые я получил, изучая этот курс, позволили мне взглянуть на свою работу, на настройки сетевые совершенно под другим углом. И, наконец, этот курс мне был незаменим, когда я изучал основы кибербезопасности. Хороший курс. Он будет полезен, на мой взгляд, как новичкам, это 100%, и так и более продвинутым, опытным специалистам. Новичкам особенно, потому что материалы, которые преподносятся в этом курсе, они актуальны для любого сетевого оборудования, любого производителя сетевого оборудования. Ну, а опытные специалисты, я думаю, увидят что-то уже свое, со своей точки зрения. Спасибо. Я желаю вам успехов, здоровья, новых материалов. И спасибо еще раз за курс. Успехов вам!